Доброго времени суток, друзья, с вами Трэшер и добро пожаловать на мой канал. В этом видеоролике мы будем обозревать, друзья, новый дробаш, который вышел у нас в оружейном джекпоте. Давайте посмотрим, сейчас я его выбивал всего лишь на время, там буквально на несколько дней. Я хочу его сегодня вместе с вами выбить, друзья, и протестировать, то есть в поле боя, как он себя будет вести. В принципе, характеристики мне очень даже нравятся, единственное... Скорострельность, вот это единственный минус, который стоит. Да, в принципе, тут минусов, кроме этого, даже нету. Урон, дальность, все как нужно для дробаша, все есть, друзья. В общем, имеется у меня 6700 алмазов и 2 бесплатные попытки. Ну, как обычно, давайте начнем с бесплатной попытки. Вдруг выпадет. О, 24 часа есть, друзья, смотрите. Так. Надо посмотреть там, нет, золотой вроде не выпадает. Окей, ну что ж тогда, давайте по 10 крутить. Вчера, кстати, хотел записать этот видеоролик, как раз таки за 200 алмазов можно было прокрут сделать, но тут уже за 400. Такс, 24 часа, но, к сожалению, тут не выпадает навсегда. И 2 раза выпало на время, 2 раза. Давайте посмотрим, какие скины тут, в принципе, 3 скина вроде, да. А 4 скина мне осталось отсюда выбить всего лишь для коллекции. Так, здесь у нас, в принципе, вроде, да, тоже не выпадает. Уже минус 800 алмазов. Да, обидно, обидно. Так, может жетона попробуем? Ну-ка, ня, тут тоже не падает. Ну-ка, давай, ну хоть тут хотя бы выпадай, нам нужно быстро протестить. Я, в принципе, ребята, у меня есть алмазы, поэтому я хочу его выбить. На время есть, мы сейчас и поможем его протестировать, но я для коллекции хочу, ребят, этот дробаш. Подряд 2 сканера, так, ну и тут не выпадает, да ё-моё, 1600 алмазов потратил, и уже почти лаки 75, ну тут уже 100% выпадает просто. О, скин которого нету. Даже тут не выпадает, чего? Да вы рофлите, что ли? 86 лаки. Ну давай, блин. Бесплатные попытки или хотя бы выпади. Ясно. Понятно. Ну вот тут уже без шансов, типа. Ну типа должно уже выпасть. Ты рофлишь, что ли? Рифай. Смотрите. Последняя попытка здесь не выпадает. Чекайте. И с этой попытки он мне выпадает. Вот. Вот здесь он. Да ну, блин, 100 лаки он выпал мне. Да неужели, блин? Наконец-то. Так, получена редкая вещь. М10-14 пустошь. Блин, он прикольный. Еще эффект такой, ребята, классный тут есть. Сколько я потратил? 7000. Сколько у меня? 600 было, да? Короче, 3к с чем-то алмазов потратили, 84 прокрутов сделали. Найс, найс. Давайте в коллекции посмотрим, ребят, заодно, типа, кому интересно, я покажу вам свою коллекцию дробашей, которая у меня находится вот здесь вот. Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 дробашей, учитывая этот, который у меня на время. Вчера еще один был, 13-й, ну, там время вышло, вот. 13 дробашей, ребята, 13 ровно у меня на складе дробашей лежит. Дальше, в принципе, ну, типа, коллекцию, блин, давно еще с обновленным этим складом не делали обзор на мой аккаунт. И, в принципе, у меня очень много чего еще появилось на складе. В принципе, ребят, сейчас мы дробаш, получается, выбили. Так. Чигуаваре. И сейчас мы идем в катку тестировать, посмотрим, как он будет себя вести на поле боя. А вы пока что поставьте лайк, подпишитесь на канал и поехали смотреть это все. Итак, друзья, вот мы и запустились уже в катку, и сейчас наша цель найти себе дробовик, который мы только что выбили. Да, это М10-14, который все вы так долгожданно ждали, потому что все, наверное, знают, что я сейчас играю с новой этой двустволкой. Честер, обрез, не знаю, как хотите называйте, но это для бля двустволка. В общем, забудем про нее в сегодняшнем видеоролике. Сейчас наша цель найти
найти этот дробаш. Но ваша цель, пока мы падаем, быстро поставить лайк, пока я не упал, и подписаться на канал. Давайте сделайте это, ребята. Надеюсь, вы успели. Так, второй броник тут есть. Тут еще плазмоган, в принципе. Фигово. Так, сейчас попробую этого слить. Вот он. Мытался тут. Вовка суровый какой-то. Ну-ну. Посмотрим, что у меня же тонет. Так, ну, дичь полнейшая, короче. Единственное, бронь пойдет. Остальное все фигня. Так, 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 так. Где бы нам дробаш найти? Так, что у нас тут лежит? О-хо-хо-хо-хо. Ребята, все есть. Теперь моя цель вам показать, какие оттяжки, какие плюсы, минусы будут в этой пушке. Сейчас мы будем все конкретно рассматривать. Характеристики мы просмотрели, потому что там была минус скорострельность. Вот единственное, что я не люблю в дробовиках, потому что скорострельность это очень решает. Но тут есть очень большой плюс в том, что тут двойная дальность. Вы понимаете, это как у двустволки. Двойная дальность. Это вообще супер тема. В общем, будем сейчас тестировать, найдем себе жертву и посмотрим, что да как. Двигаемся, ребята, пока что мы на фабрику. Надеюсь, я тут встречу челиков. Если, конечно же, будут в упоре, я попробую сделать скилл. Кто успел, ребята, выбить этот дробовик уже? Пожалуйста, напишите в комментариях. О! Я понял. Надеюсь, среди моих подписок нет таких неудачников, как я, которые тратят все 10 лаки, чтобы выбить его. Он спрыгнул. Мне показалось, кто-то спрыгнул один. Значит, их тут двое. Сейчас чеканем, чеканем. Ну, пока что чисто. Так, мне бы шлемик, знаете, такой второго либо третьего уровня вообще бы не помешал. Вообще четко бы было. На починка, скорее всего, тоже будут люди. Но вот единственное то, что я не люблю, когда вот такие видосы записываю, это то, что мне просто приходится все время что-то придумывать, там, импровизировать, говорить что-то, пока я врага какого-то не найду. Это, ребята, очень сложно. Ну, я пытаюсь, как будто я, типа, стрим провожу, да? Типа, как будто это стрим у меня сейчас идет там. Ну, правда, без чата, там, что-нибудь придумывать, там, какие-то темы обсуждать и так далее. На починках у нас чисто, никого пока что не нашел. Попробуем на пике найти. Пик — это хорошо. Но тут-то точно уже должны быть люди. Блин, 35 живых еще, это немало. Да и карта у нас небольшая, в принципе. О! Ну чё, ребят, удивим его с нашего дробовика. О, шлем третий. Найс. Тут даже никто не залутал его. Не-не-не-не-не, братишка. Смотри, давай, выходи. О. Ну куда ты кидаешь? Я сейчас чуть не облажался. Ну это просто... У меня, слетал прицел, поэтому попасть не мог. Но в голову все-таки удалось. Расстояние, в принципе, не такое уже большое было, ребят. Так что тут можно понять. Хедшот дал. Как говорится, дал-дал. Зашел к нему такой, дал-дал дома. Он такой, ну да. Он такой, дал-дал, ушел. Я дал-дал ему голову и ушел. О, ремочка, ремочка. Я люблю ремочки, ребят. Странно, что никто их еще не забрал. Никто, походу, ремки не любит. Блин, эффекты крутые у этого дробаша. Мне очень нравится. Чем-то напоминает он чем-то огненный дробаш. И этот катаклизм, помните, чем-то похож на него тоже.
Типа смесь какая-то. Так, Еркенов. Или Еркенов, короче, убил кого-то. Сейчас заберем его. Отомстим, так сказать. Не буду я его так жестко лупить. Хочу я его вблизи снять. А, второй этаж. Окей. Окей, это даже для меня плюсиком будет. Так, сейчас, по сути, он должен сюда уйти. Да, он там уже сидит. И просто обминусуем его. Так, что за зайчик у нас тут прыгает? Эй, нет, мы так не договаривались. Давай, иди, камон. Вот ему сейчас больно, ребят. Да ну! Ты чё, дядь? Как он так вышел? Подожди, чё он делает? Нормально он меня байтит. Ну все, иди сюда, я собрался. Двое родники, камон. На, скушай. Обманул. Ребят, ну, дальность, согласитесь, тут крутая. Он меня почти снес. Ну, типа, у него МП-40 это была пушка, так что не считается. Я с ним просто игрался, поверьте мне. Какой-то живучий чел был. Так, что у нас тут? Патрики остались. Ну, скорострельность вот там и, скажем так, проявлялась. Типа, он хедшот дал, он не умер. Типа, я не мог сразу стрелять. И, ну, с задержкой, короче, второй выстрел у нас был. Что у нас по дропу? Так, понятно. Нам нужны еще люди. 23 живых. Зона-то нормально еще идет. Так, у нас тут челик. Синкуп, его, походу, другой прессует. Что-то он странно стенку поставил. А нет, он типа отбежать за нее хотел. Я понял, куда пошел стоять? Ага, там все-таки есть второй. Не, ну это сок просто, ребят. Странно, почему тут в катке все с МП-40? Так, сейчас попробуем этого еще обработать так, быстренько. Найс просто. Ребят, отвечаю, как в столку залетает в голову. Если бы у меня был выбор... Эй! Чё себе ты наглый? Был бы выбор брать это, я бы брал. Типа не жалея то, что 100 прокрутов сделал на этот дробаш. Отвечаю, ну годный дробаш. Если вы, конечно, все будете с первого раза в голову попадать там, потому что там уже скорострельность не влияет. На кран посылку вызвал, вот дает. Ну ладно. 11 соперников у меня. Зона все сжимается, сжимается. Еще минута осталась. Опа, вот наша жертва следующая, потанцы. Саламат. Потанциональная. Потенциональная. Правильно это слово вообще произношу? Потенционал. То есть, Только не этот, не надо мне тут. Я правильно сказал, наверное. Потенциональная жертва. Почему это слово смешное, типа там конечное слово? Потенциальное, во, вроде. Я не понял. Тихо. Ну
Нормально меня прессуют тут. Эта гадина решила стенку мою сломать. Угу. Ну, давай посмотрим, кто кого. Понятно, еще сзади меня кто-то. Ну что это такое, ну ё-моё. И это, ребята, самое интересное, делает тот же GME. Эх, хотел бы я, конечно, взять топ-1, но не фартануло, не получилось. Кстати, ребят, знаете, что я подумал, типа, на этот видеоролик, типа, я тут много бегаю, болтаю и так далее. Может, следующие видеоролики будем делать на тренировки, типа там сразу убивает тебя, спавнишься, и, конечно же, там будет легче тестировать все это, проверять. Если вы за, то напишите в комментариях, я посмотрю, сколько у вас. Если вы против, пишите против. Думаю, так даже будет лучше, а может быть и нет. Ну, на этом все, друзья, буду завершать. Спасибо всем огромное, кто посмотрел. О дробаше скажу одно. Это реально, типа, мощная штука. Дальность хорошая. Два раза, типа, лучше, чем у обычного дробаша. Единственный минус, типа, мне не нравится то, что он очень медленный, в том плане то, что стреляет, вот, медленно очень. А так, бошки всем на изи. Типа, можно выдавать этого ствола. Ну, в общем, друзья, не забываем ставить лайки. Спасибо огромное за просмотр. С вами был Трэшер. Всем пока-пока. Чигуаворе.